Доброе утро! Никак не могу разбудить Кирюшку. Сегодня сама спать хочу. Нереально сильно. Просто вот глаза слипаются. Такие, что... О, уже бутерброды приготовились. Не открываются. В общем, не знаю, погода, наверное, дает о себе знать. Везде включены конфорки. Готовится кофе. И Кирюшке бутербродики. Тостере сделала. Сейчас маслом помажу, солью посыплю. Чай есть. Снег уже тут как тут. Иди, пожалуйста, на место. И можно что-то включить, посмотреть. 7:18, а Кира еще не проснулась. Ну, ужас, ужас, ужас. К сожалению, у меня были заняты руки, но Киру я только что несла на руках. Как настоящую принцессу. Говорит, мама, пожалуйста, мне так холодно. Принеси меня или с одеялом, или без, но принеси. Можешь доброе утро сказать. Все, зайка, завтракаем. Так, соль куда тебе? Держи. Так, и кофе у меня уже тоже готов. Тра-та-та-ра-та-ра-та. Все. Что мы можем вам сказать с утра? Всем, кто кушает, приятного аппетита. И доброе-доброе утро. Мы собрались. Кирочка, одевай уши. Так. Уши, уши. Шанти, Миша, пошли гулять. Уши одеваем. Собаки гулять. Папа, привет, доброе утро. Здорово, здорово. А, мусор тоже берем. Рюкзак. Ощущение, как будто уже зима. Ощущение? Да. Ну, конечно, ты в шубе почти. Все, идем. Наконец-то мы с Кирюшкой уже выбежали. Шанти, Миша, пошли. Тебе так плохо слышно? Меня плохо слышно? А, ну ты же в ушах, конечно. Здесь на камеру меня хорошо слышно. Фух, сегодня, кстати, не очень холодно. Из-за того, что, наверное, вчера был дождь, сегодня так... Ну, не сильно, да, нормально. Мишанечка, стоять. Кармашки тепленькие, все тепленько. Стой, Кирюшка, все классненько. Пошли. Шанти, Миша, идем. Сегодня у Кирюшки будет контрольная по математике. У нее сегодня фотосессия на выпускной альбом. И очень удобная неделя, да. А чего? Ну, в той курточке она очень объемная и тяжело рюкзак надеть. Ага. В общем, курточка нравится, все классно. Шанти, Миша. И надеюсь, что сегодня день у нее тоже будет отличный и хороший. Правда? Сегодня, в общем, с утра все повылетали так быстро. Папа тоже по делам едет. Кирюшка по делам. Я немножко проспала. Всех бужу на таком веселухе. Мам, с кем я вчера гуляла, меня постоянно обнимала и... Очень приятно было. Конечно, тебя сейчас приятно обнимать. Ты такая мягусенькая, такая классная. Ну что, не холодно? Нет. Точно? Ну это самое главное, чтобы холодно не было. Что, зайка, давай. Пока-пока. Кирюшку завели. Можно идти домой. Там уже, наверное, Родик ушел. Шанти, Миш, пошли. Вот. Что сегодня делать? Сегодня я даже не знаю, что буду делать. Подождите, у меня сегодня какие-то планы были. Я вспомнила, какие у меня сегодня планы. У меня сегодня приготовить борщ, а вечером сходить в кинотеатр. Все-таки хочу сходить на фильм «Проклятие Мэри». Конечно, ужастик. Я надеюсь, мне кто-нибудь составит компанию, потому что Родик у меня ужастики не любит, а я обожаю. Но вроде бы говорил, что сходит со мной сегодня. Поэтому я надеюсь, что мы попадем на страшный-страшный фильм. И как-то хорошо проведем вечер. Главное мне сегодня приготовить борщ. Для борща мне нужно купить то, что я вчера не купила. Мясо и капусту. Я снова потеряла где-то своих собак. Шанти, Миш! Фух. О, нашла. Пошли, пошли домой. Бегом. В общем, как я и говорила, уже дома никого нету. Все уже поразбегались. А я начинаю заниматься делами. Решаю все вопросы домашние. И что? И иду в магазин. Что мне нужно по дому сейчас сделать? Помыть посуду, помыть полы.
и начинать готовить. Я уже все сделала, помыла полы, постирала. На самом деле очень быстро, потому что только без 15:10. А Родион забыл зарядку от своего ноутбука, поэтому я сейчас потихоньку буду собираться идти в мегамаркет. Мне нужно купить капусты и чего мне нужно еще купить? И мясо для борща. И зайду к нему на работу, отдам ему зарядочку, пью кофе. Приду домой, буду делать дела. Сегодня на улице такая мерзкая погода, просто мерзопакостная. Моросит мелкий-мелкий противный дождь. Шанти, Миша, фу. Плюс к этому ко всему очень-очень сыро. И еще плюс к этому ко всему, эта сырость, она проедает аж до самых костей. В общем, совсем холодно. Я уже реально хочу, чтобы включили отопление. Когда его включат, знает только государство, больше никто. Ладно, допиваю кофе, жду, пока позвонит Родик, скажет, что он уже на работе, и я могу идти заносить ему зарядочку, идти в магазин, покупать продукты. А собаки тут сходят с ума, просто по-страшному сходят с ума. Никак не могут успокоиться, то ли играются, то ли злятся, непонятно, что они делают, да? А Котя смотрит на них и думает, что они там делают? Что они там делают, непонятно. Да, Снежок? Сходят с ума, а тебя с собой в компанию не берут. Только что пришла смс-ка со школы, что фотографий сегодня не будет, фотосъемки сегодня не будет, потому что фотограф пришел в ненадлежащем состоянии, в общем, его не допустили до съемки. Будем искать других, ну, вернее, будут искать других фотографов, будем сейчас выбирать другие альбомы. В общем, зря мы сегодня с Кирой так собирались, знаете, как всегда. Вот бывает, делаешь, 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 и все бесполезно и без толку. Собирались, собирались, кричали, кто что будет одевать, она ругалась тоже очень сильно, ну... В общем, фотографий не будет. Так, сейчас я посмотрю, может быть, есть какие-то смс-ки, вопросы в Инстаграме. А, есть. Почему Кира дружит с девочками постарше? Спрашивает Лера 505. Тебе привет. За Шанти, Миша, ну перестаньте уже. Почему дружит? Я не знаю, потому что ей интересно с этими девчонками дружить, потому что... Она с ними дружит уже не первый год. Нравится ей, ей не нравится с ее одногодками. Другие интересы. Но она как-то более повзрослее, что ли. Не знаю, почему она дружит со старшими, почему она не дружит со своими одногодками. Хотя в школе ей нравится со своими одноклашками. Если на день рождения ее куда-то приглашают, то опять же таки ей нравится там с ними тоже бегать, веселиться. Иногда даже бывало такое, что она хочет наоборот со своим возрастом погулять, потому что там можно подурачиться как-то по-другому. Взрослые все-таки уже так не дурачатся, но все равно ей интересно. Поэтому так. Чумаченко Ева. А почему Кирюша входит в школу с мамой? Она ходит в школу иногда сама, иногда со мной. Со мной почему? Потому что я сразу же выгуливаю собак. Если бы не было у меня собак, Кирюшка бы ходила в школу сама. Вот когда у нас был ремонт и собак не было здесь, то Кирюша сама ходила в школу, я ее не провожала. А так как есть собаки, мне приходится сразу делать ходку с ними. И по дороге провожаю Кирюшку, делаю кружок, собаки делают свои дела. Вот почему Кира ходит со мной в школу. Лиза Баршева, привет тебе. Ильяна Дунаевская, значит, пишет, во сколько у Киры начинаются уроки? 8:30. Хотели бы вы переехать в другой город, в другую страну? Да. Кира первое время относилась к тому... На этот вопрос я не отвечаю, на третий твой. Извини, пожалуйста, это личное. Так. Что еще? Спрашивает девочка... Акимкина, тебе привет. Почему мы отдаем Эмили? Ребят, я уже отвечала на этот вопрос, почему мы отдаем Эмили. Потому что у нас есть кот, и когда не было кота, крыса могла бегать по столам, по диванам. Ей было комфортно и удобно. Сейчас мы этого сделать не можем, потому что как только открывается клетка, кот
тут, как тут. Кота мы не планировали, поэтому получилась просто такая непредвиденная ситуация, непредвиденные обстоятельства, по которым приходится Эмили отдать. Шанти, Миша, хватит, Миша, перестань. Что случилось? Значит, еще есть вопрос, какой у Кирюшки рост? Рост у Кирюшки 1,35 м. Долго планируете писать стихи? Сколько вы уже на Ютубе? Почему вы с Кирой такие красотки? Инна Беренбет. Планирую писать стихи. Знаете, это не планы, это крик души. И когда есть какое-то желание, я пишу. Когда желания нету, я не пишу. Поэтому бывает такое, что я иду, и у меня в голове четверостишье какое-то нарисовалось. Я его сразу же раз-раз-раз в телефон записала, пришла домой, переписала в тетрадку. И, например, дальше не идет. Я оставляю. Потом раз что-то новенькое в голове закрутилось, и я дописала стих. Вот, поэтому тут сложно сказать, сколько я их собираюсь писать. Пока есть вдохновение, пишу. Сколько вы уже на Ютубе? На Ютубе мы уже, по-моему, лет 5, если я не ошибаюсь. Но... Да, где-то, наверное, лет 5. Вот. Почему вы с Кирой такие красотки? Да мы обычные, мы все красотки. Все девчонки, все красотки. Все мальчишки тоже все красавцы. Сколько лет папе Киры? Папе Киры 36 лет будет 30 сентября. Все, ребят, на все вопросы пока ответила. Я собралась, я оделась. Очень холодно, поэтому... О, вот так вот тепло. И еще беру с собой зонтик, потому что на улице идет дождь. Мерзкий, противный, такой капающий, неинтересный. В общем, сейчас зайду, куплю сосисок в тесте. Хочу сосисок в тесте. Мясо. Что мне еще надо? Капусты, хлеба. А, самое главное, не забыть. Свет Ваня почему-то включен. Зарядочка. Все. Выключаем везде свет. И топаем по делам. Потому что уже 11:30. 11:30, да, уже через полтора часа и Кирюху со школы собирать. Пятница сегодня, кстати. Ура, ура! О, меня нету. Пятница — это круто. Пятницу я люблю, потому что пятница — это последний рабочий день. И выходнюшки. Иду я, в общем, на базар. Встречаю по дороге маму одноклассника, одноклассницы. Она мне говорит: а у Кирюши сегодня 4 урока. Я говорю: как 4? Вот так вот 4 урока. Поэтому я быстро все скупила и лечу за Кирой. Оказывается, у них там нету физкультуры. И поэтому все сместилось. И нужно срочно за ней бежать. Забрала я уже Кирюшку. Она довольная, счастливая, что я ее забрала. Потому что, оказывается, сегодня все-таки физкультура, что была, да? Но за кем не пришли, тот остался на 5-й урок. Поэтому ты просто счастливица, или я счастливица, что я тебя, что я встретила по дороге человека, который мне сказал: а как ты забыла мне сказать вообще, что у тебя сегодня 4 урока? Вот так забыла. Несерьезно. Да, несерьезно. Бери круассан свой. А где он? Ну вон, нет, то пустой пакет. Вон круассанчик. Угу. Давай. Зонтик. Давай. Купила Кире круассан. Кстати, папе тоже занесла и круассан, и сосисочку в тесте. Ну рассказывай, как сегодня день в школе прошел? Контрольную как написала? Ну, а как ты думаешь? Я сомневаюсь только в одном примере. А так я вообще в примерах не сомневаюсь. А сколько было всего примеров? 7. Минус 1, 6. Ну, надеюсь, что будет хорошая оценка. Утром повторяли. Правда, Кира утром вообще запуталась, забыла, что к чему, зачем, почем. На уроке повторяли. Вы на уроке повторяли? Не было вот этих твоих новых примеров? Трехзначное число на двухзначное? Были? Вот в этом я и сомневаюсь, в этом примере. Это был один пример такой? Три. Три примера трехзначное на двухзначное? Два. А как же ты их решил? Ой, два. Ага.
Я просто сама еще не умею их решать. Я одно решила. Мне там один мальчик помог. Тихо-тихо, не говори такие вещи. Я просто 8 на 9 забыла. Сколько? Умножить? Да. Вот он мне и помог. Ага. А еще один пример. Вот в этом я и сомневаюсь, второй пример. Я поняла, ясно. Надо нам с Кирюшей научиться решать примеры эти. Двухзначное число, трехзначное число. Делишь на двухзначное, я еще, короче, не поняла. Я просто еще не вникала в эту всю систему. Поэтому надо мне вникнуть и объяснить ей. А я знаю, что вы сегодня не фоткались. Написали сегодня в группе, что вы не фоткались, потому что пришел неправильный фотограф. И фотки отменились. Кирюха, давай сделаем сегодня все уроки, чтобы на выходных ты уже была полностью свободна. Что ты на это скажешь? Хорошо. А я не могу. Вот это вот погода такая сырая, волосы в разные стороны ложатся. Сколько раз тебе говорила, никогда в жизни не делать укладку на сырую погоду. И каждый раз я ее делаю, и каждый раз потом получается вот такая вот дуристика. Посмотрите, волосы просто не все не на своем месте. Каждый волосок, куда хочу, туда смотрю. Что вижу, там и ложу, туда и ложусь. В общем, глупости. Где ты бежишь, Дотя? Ну быстрее. Ой. Капуста есть, мясо есть, даже помидорки черри купила. Не знаю на самом деле зачем, но купила. Все, я готовлю. Кирюшка делает уроки, чтобы на выходных быть полностью свободной. Давай сюда мой. Не, сюда мой регланчик. Я его одевала, потому что мне холодно было. Я так замерзла в квартире, как, знаешь, как говорят, как собака замерзла. Адски. Так я решила одеться, а на улицу уже раздевалась. Что, вообще никаких оценок ты даже не получила? Давай тогда мне сразу дневник, я его не заполню, а распишусь, чтобы не забыть. Давай. Какую можно ручку взять? Надо же только синяя ручка. А, вот есть. Подержи. Так, расписываемся. Чик. А что у нас на литература? А что такое диалог? Я не могу понять. А, кстати, вы сегодня сдавали газету? Да. Да? По какому предмету это было все-таки? Не по какому, просто сдали. Просто сдали? Так, а что это за диалог? Ты помнишь, что это за диалог? Помнишь, что такое диалог? Да я спрошу у моей группы. Нам выучить диалог по-английскому. Ну, это я знаю, что по-английскому. Надо на следующей неделе. Ты его выучишь сегодня? И на следующей неделе просто повторить. И будет еще тест на следующей неделе. Да. О, посмотрите, что у меня с этим. Я в шоке. Это новый реглан, только бирка сегодня снялась. А тут он какой-то непонятный, то ли плесень. Посмотри, Кира, это на вывороте. Я даже когда покупала, я же на выворот не смотрела. Смотри, что это такое. Это постирать надо, мама, это грязь. Это, короче, что-то непонятное. Ладно, тогда дай. Бросаем его в стирку. Так что, ребята, когда покупаете вещи, смотрите со всех сторон, что вы покупаете. Потому что можно купить вот такое вот что-то непонятное. Это грязь. Я надеюсь, что это грязь. Куда-то упала. Я надеюсь, что его просто кто-то мерил, и оно куда-то шлепнулось. Мама, но в любом случае стирать что? Смотри, как мило. Ой, как очень милое сердечко. Сейчас мы что-то посмотрим. Опачки, Кирюха. А уроки? Тру-ля-ля. Обещала сделать в пятницу, чтобы суббота-воскресенье отдыхать. Я в пятницу отдыхаю. В субботу отдыхаю? Суббота отдыхаю, а воскресенье работаю. Ты решила так все-таки? Да, как всегда. Лентяйка. Я знаю. А что ты сейчас делаешь? Переписываюсь с Лерой. Так что, ты идешь куда-то или нет? Ну, игнорит меня. Чего? Я не знаю. Я сейчас маме позвоню. Ок, давай, ну, Лера. Ну, она, наверное, с мамой же разговаривает. Спрашивает у нее, можно ли выйти на улицу. Это было в
13:16, а сейчас 13:24. Ну, зайчик. Я хочу сейчас снять ТикТок. У меня лайк теперь называется «Печатает троеточие». Уже не Харли Кира? Mm-mm. А ну теперь, пожалуйста, скажи, как Кира в лайке? Печатает и троеточие. Печатает? Да. Печатает и троеточие. А теперь еще тут очень часто задают вопрос, Кира, как твой ник в ТикТоке? Мой ник в ТикТоке собачка, куча нижних подчеркиваний, английскими буквами Киро 4 к 3 А и много нижних подчеркиваний. А подчеркивание? Блин, а подчеркивание нижних сколько? 6. И там, и там? Да. Вы запомнили? Я лично не запомнила. Но а почему ты поменяла свой ник в лайке? Мне нравится, печатает. Подожди, а Харли Кира, ты его просто поменяла или этот же? Он этот же, просто я название поменяла. Просто поменяла название. Все, ребята, запомнили? Печатает и троеточие. А в ТикТоке там у нее вообще сумасшедший какой-то ник, куча пробелов, куча нижних подчеркиваний. Да, не пометь. Это очень сложно. А зачем ты такой тяжелый ник себе выбрала? Потому что я другой не могла, все заняты. Ну, надо было придумать какой-то какашка 24. Например. Нет, такой не подходит. Ладно. Не подходит. Мне голова разболелась, я не знаю по какой причине, но что-то так вообще, спать сильно хочется, голова очень сильно разболелась. Или душно, непонятно, Кирюха там что-то уже накрасилась, а ну покажись. Нет. Ну чего ты? Потому в общем, пока я делала борщ, Кирюха красилась. А сейчас говорю, Кир, погладь мне. Я накрасила себе стрелки и тени. Покажись. Я почти ничего не вижу, ладно, это я потом посмотрю. Посмотри. Где? А, да, есть такое немножко. Красиво? Угу, да, неплохо. В общем, она говорит, мам, я гладить тебя не хочу, давай я тебя просто позаплетаю. Говорю, хорошо, заплетай. Видите, я какая-то даже опухшая. Очень сильно... Спать хочу. Снег. Только не кусай. Вот я знаю, ты можешь меня укусить сейчас. Бывает так, нюхает, но харясь, снег. Ой, ты мой хороший мальчик такой. О, боже, еще одна. Ой, Шанти, ой, конечно. Конечно, тебя тоже нужно погладить. Все хотят Тёмочку, Шанти хочет Тёмочку. Кира, ты Тёмочку хочешь? Я уже получала Тёмочку. Когда? Недавно. Интересно, от кого ты Тёмочки получала? От меня? Да. Я тебя каждый день получаю. Счастливый ребенок. Из-за того, что ты так странно лежишь, сидишь, у меня все получается. Тоже странно, да? Наперекосяк. Это не страшно. У меня получается вот так косичка, потому что ты лежишь. Как? Вот так. А она должна идти вот так. Да, я думаю, что нормально. Мне вообще все равно, как она будет, Кир. Мне главное, чтобы голова не болела. Поэтому делай. О, кайфую. А там снег идет и игрушечку несет. Давай, снежок, шарик сюда. Мам, я пошла. Куда ты пошла? На улицу пошла. Только оденься потеплее, Китти. Вот такая я получаюсь после того, как встала. И иду дальше делать дела. Все. Моя вся мозинка уходит куда-то в другое место. Боже, кот все тут шкоду делает. Все никак не может угомониться. Ой, кошмар. А корм кто пораскидал? Какой? Вот этот вот. Точно не я. Я сегодня мыла полы. Ты уже кофту переодеть успела? Мама, а это оденется эта курточка на эту... кофту. Ну тогда точно холодно не будет. И уши, пожалуйста, взять с собой. У меня два капюшона есть, мам. Ну конечно, если бы ты еще его одевала, Кира, было бы другое дело. Но ты же его не одеваешь. Я его постоянно. Смотри, это он мою руку хочет. Ну да. Привет. А ты иди, тут Лера смотрит прямо на твою. Попень.
прям на его попе. У него хорошая попочка, чего? Иди, бери. Что ты там? Там ничего нет. Так, даю Кирюшке свой рюкзак. Он тебе просто сюда очень хорошо подходит. Ага. Такого же цвета, прикольненький. Надо тебе уменьшать? Я люблю, когда он свисает. О, круто. Все? Я пошла. Давай сюда его. Он посидит на все четыре стороны. Нет, давай. Ой, все. Постой, а уши? А я в капюшоне. Хорошо, давай, все, пока. А пока. Можно будет что-то купить? Ну, если у тебя денег хватит, то можно. Давай. У меня карточка, я не знаю, сколько. Ты вчера папа мне дала на 200 гривен. Ну. Я потратила 31. Значит, 100 осталось. Борщик готов. Посуда помыта. Кот тоже. Палец обожгла. Просто идеально. Теперь можно пойти действительно прилечь. Я не знаю, что-то очень сильно хочу спать. По какой-то такой странной причине не могу. Вот просто глаза закрываются сами по себе. Ой, Кирюха, как всегда. Вещи бросила, ты побежала. Все, ребят, до встречи. Чуть попозже. Я немножко полежала. Залежала все себе волосы. Капец какой-то. Собираюсь выйти с этими бабаками на улицу. Да, пошли. Идем гулять. Ну, вперед, кто идет вперед? Ай, ну вас. И вынести мусор нужно. Все. Идемте, собаки. Пошли Кирочку где-нибудь на улицу посмотрим. Фу, на улице опять моросит дождь. Мелкий, противный и ужасный. Короче, я сейчас выгуливаю собак, вынесу мусор и пойду, наверное, схожу в мегамаркет. Я хочу конфет. Закончились конфетки мои, ромашка. Я хочу их очень-очень сильно. Поэтому, скорее всего, я ближе уже к 7 часам пойду в мегамаркет. Заберу нашего папу с работы, куплю конфет, придем домой, поужинаем и... Вроде бы как идем в кино, не знаю точно. Я, честно говоря, уже и не знаю, хочу ли я в кино или не хочу в кино. Такая погода противная, хочется залезть под одеяло, укрыться, обняться и отдыхать. Да, именно так и хочется. И пить горячий чай с конфетами. Я уже встретилась с Кирюшкой, дала ей прочухан. И произошла такая ситуация. Мне, в общем, позвонили, сказали, есть путевка в Яремчу. Я бегом звонить, но не успела я вовремя. И поэтому Кирюшка сейчас пока никуда не едет. В понедельник пойду, узнаю, куда еще есть путевки. Может быть, получится ее куда-то отправить отдохнуть на целую недельку. Сейчас я пришла в магазин к Родику. Он поехал на доставку за товаром. Я тут сижу, его жду. Потом зайдем в мегамаркет. Я там только что была, покупала конфеты. Ромашка себе, наконец-то, накупила себе. Ой, целую кучу конфет. Но забыла купить коту корма. Поэтому надо будет туда снова возвращаться, покупать корм коту. И, наверное, сегодня в кинотеатр мы не пойдем. Что-то так леньки, что-то так как-то зябко, холодно. Ну, в следующий раз. Кино еще будет целую неделю идти, поэтому я думаю, что когда-нибудь мы туда обязательно сходим. А если не посмотрю этот фильм, то, в принципе, не сильно так важно. Я, на самом деле, вот ужасы, я не очень... Ну, как, я люблю смотреть их, но даже, наверное, не в кинотеатре, а дома. Вот, в кинотеатре больше мне нравится смотреть какие-то такие экшн-фильмы, спецэффекты, где очень классные, где большой экран, звук, это круто. А вот, например, я ходила на фильм «Аннабель», мне вообще не понравился в кинотеатре, на фильм «Оно» тоже не понравилось, не знаю, или фильмы какие-то стали неинтересны, или действительно это фильмы ужасов, это не для кинотеатра. В общем, так. Ладно, сижу, жду, пока приедет Родик, отвезет товар и пойдем домой. Кстати, тут еще, по-моему, было пару вопросов, если я не ошибаюсь, в Инстаграме. Теперь готова комната. Эта девочка пишет. Файны разные, кстати, можете на нее подписаться. Это канал Малефисента Фан. Пишет классные файны. Фантики, вот так она их называет. Так, какой у Киры рост, друзья, родственники? Я уже на этот вопрос отвечала в прошлом влоге.
Сколько лет нашим собакам? Настюша ДМТ спрашивает. Шанти 7 лет, Мишке 5 лет. Вроде бы так, если я не ошиблась. Может быть, год туда-сюда, не помню точно. Но вроде бы 7 и 5. И породы они тойтерьер. Что еще? Как вы смотрите на то, что Кира... Я уже отвечала на этот вопрос, как я смотрю, что Кира дружит с друзьями постарше. Опять же таки отвечала в прошлом влоге. Еще был какой-то вопрос. А, вот, Ангелина Романова спрашивает, Кира умеет писать на русском языке? Да, умеет, но, конечно, периодически делает ошибки, потому что все-таки в школах у нас русского языка нету. Она сама училась ему, она сама полностью читает на русском. Ну, как бы я ее учила, показывала, какие буквы разные, но все равно некоторые ошибки она делает. Даже сейчас она делает ошибки, когда пишет на украинском, бывает, пишет буквы на русском. В этом... Но это проблема у всех у нас, мне кажется, русско-украиноязычных людей маленького возраста. С каким вкусом у Киры любимый сок? Апельсиновый. Она апельсиновый сок просто обожает. Вот. Так, так, так. Что тут еще? Сколько Кире лет? 9 лет Кирюшке. Кира есть в ТикТоке. Сегодня уже говорила. Так, все, вроде бы все. Все, ребята, все вопросы закончились. Жду мужа. Идем покупаем корм коту. И идем домой кушать. Вкусный борщ. Запивать это все горячим чаем. Закусывать вкусными конфетами. И наслаждаться вечером, пятницей и отдыхом. А завтра, знаете, куда я еду завтра? Вы себе не представляете. Завтра я поеду покупать подарок для Родиона, потому что у него 30 сентября день рождения. Я уже один сюрприз приготовила. Вот. Но это как бы не подарок, это просто сюрприз. Такое внимание, сюрприз. Так, такой уже есть. А вот какой-то подарок нужно еще приобрести. И что я ему не предлагала, он от всего отказывается. Поэтому надо что-то придумать самостоятельно, может быть, каких-то безделушек в коробочку положить и красиво упаковать и подарить. Типа такое сделать, знаете, как это, как делают surprise box, что-то в этом роде. Но это будет более мужской surprise box. То есть не для ребенка с какими-то там игрушками или какими-то сувенирами, а что-то более посерьезнее. Он уже мне намекнул, что бы он хотел. Поэтому я завтра поеду, скорее всего, в Новус, в Ашан, в Лавину. И там посмотрю, если есть то, что я себе уже нафантазировала. Кто-то звонит. Кирюшка звонит. Да, доча? Алло, мам. У меня 1%. Я через 10 минут буду дома. Так меня дома нету, я у папы на работе. А у тебя ключей нету? Фиолетово. Но... Хорошо, Лиза, тогда погуляю. Хорошо, я буду идти домой, я тебя заберу. Угу, давай. Давай. Почему с собой ключи не носить? Ну... Ой, а еще у меня есть такая классная помада. Надо как-нибудь сделать, что у меня в сумке. На самом деле у меня в сумке, кроме телефона, кроме помады, что у меня тут еще есть? А, есть еще экран от второй камеры. Почему он у меня в сумке, я не знаю. Он просто севший был, да я его бросила к себе в сумку. Чек еще какой-то есть у меня в сумке. Что тут у меня еще есть? И еще у меня тут есть куча карточек. Карточка одна, карточка вторая, карточка третья, карточка четвертая, карточка пятая, карточка шестая, карточка седьмая. Короче, куча карточек. И деньги. Все, больше у меня ничего нету. Так, а чего вообще я полезла в свой кошелек? На самом деле я в кошелек полезла за помадой. Помада очень классная, вот такая вот прикольненькая. Как ее показать? Да что ж ты не фокусируешься?
Короче, вот такая вот прикольная помада кока-кольная. И я сейчас ей накрашу губы. Не накрашу, а просто смажу. А знаете чего? Она очень клевая. У меня губы становятся как кока-кола. Вот уже вроде приехал. Ну что? Ничего. Домой? Домой. Домой собираемся. Наконец-то домой. Вот уже Кира пришла. Заходи, и мы уже дома. Ты сегодня как-то рано, Кирюшка. Что случилось? Ничего. Я просто в шоке. 6 часов, а ты уже дома. Это нереально. Это нереально. Это нереально. У меня 1% прошло. И что? И то. Из-за этого ты все? Да, правильно. На подзарядку ей срочно. А что, без телефона вообще никак не гуляется? Ну, человек. А кто она? Я не знаю, видишь, когда батарейки садятся, домой на подзарядку. Была бы зарядка на улице, я говорю, домой бы не приходила. Не, приходила. Не с кем гулять уже. А, уже все по домам просходились. Давай я повешу. Еще. Давай. Повесить? Отстань, короче, все. Да. Давай. Опа. Есть. Все, тогда раздевайся. Будем кушать. И может какое-то прикольное кино посмотрим. Я не знаю, какое. Сейчас, в общем, будем думать. Вторую часть. 8-ю серию. Самую последнюю? Это не самая последняя. Просто там он говорил. Так, чего ты не спишь, когда мы все лежали в кровати? Он там сказал, чего вы не спите? Давайте быстро переключайте и спать. Всем спокойной ночи. И такой развернулся, и закончилось кино. Я не знаю, получится ли, потому что по телевизору, ну, на ИВИ я не нашла этот фильм. Поэтому даже не знаю. Ну, только первую серию нашла, больше ничего не нашла. Что, Мишка, все, отдыхать. Твои стрелки, да, клевые. Кстати, в Карпаты не получится поехать. Почему? А потому что уже раскуплены, вернее, очень поздно позвонила, а выезд в воскресенье, и женщина, которая дает путевки, она уже не работает. Я в понедельник к ней пойду. Возможно, возьму тебе путевку куда-нибудь в другое место, но ты поедешь уже без всяких там одноклашек и всего остального сама. Ну, с кем-то, с какой-то другой компанией. Хорошо. Угу. Все, договорились. Я хочу... Я... Вот сейчас я реально хочу себе найти новых друзей. Серьезно? Все уже? А что со старыми? Потом. Потом? Ладно, хорошо, потом. Все, ребят, всем пока-пока на сегодня. Пока-пока. Мы будем отдыхать.